цены будут расти на продовольствие в целом. Рост цен на зерновые, вы понимаете, повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства. Цены уже побили исторические рекорды. Например, пшеница, которая только за последние полгода подорожала больше, чем на 60%. Ну, как оказалось, доллары на хлеб не намажешь. Вы прекрасно помните, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной арабской весной, когда голод, начинаются войны. Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием. Поэтому я и вам говорю, если будет работать экономика, будет что покушать и одеть во что людей, это гарантия того, что мы выдержим. Ну а если правительство не провалит еще под видом санкций другие секторы экономики, то никакие санкции нам не страшны.